суток, дорогие мои подписчики, зрители, а также гости моего канала. Начинается моя новая декада. По идее, началась она вчера. 11 октября было вчера, сегодня у нас 12. Вчера я работала, ничего не снимала. Вчера 11 числа вышла утром моя предыдущая декада. Ну, а эту декаду я хочу начать своего процесса парочка, гуси-гагарочка, как я говорю, волки мои. Вот этот процесс. Так, вот сейчас немножечко издалека вам его показываю. Ну, вы видели, на этом процессе закончилась моя предыдущая декада. Для вас прошло уже, пока вы смотрите это видео, 10 дней. Ну, а для меня прошел всего один день рабочий. И сегодня я продолжу снимать и вышивать этот процесс. Что хотела сказать. У меня осталось, ну, вот с этим незаконченным листом 6 листов. То есть вот этот и еще 5. Один в конце и 4 вверху. И так как очень хочу этот процесс закончить до Нового года, то есть в этом году закончить его, то значит, это мне надо как минимум один лист вышивать в одну декаду. Если 5 листов, да и вот этот 6 практически, пусть 6 будет, то это 60 дней мне надо, то есть 2 месяца. Ну, я даже не знаю, лист в декаду, это, конечно, реально возможно, но просто с моим графиком не сильно получается. Ну и плюс хочется что-то другое немножечко вышивать. Поэтому я, конечно, буду стараться пробовать. Меня еще утешает, что последние листы, они там не полные. Ну и плюс этот уже, да, начатый. Может быть, я и успею до Нового года. По крайней мере, постараюсь. Ну что, я начинаю вышивать. И потом вам покажу, сколько я отошью за сегодняшний день. Воскресенье, 13 октября. Я на работу. Видите, какая у нас погода. Конечно, уже начинает и листва облетать. Но деревья наполовину. Какие-то зеленые, какие-то уже желтые. Какие-то уже пустые, но сухо. Вот тополя еще вообще зеленые. Видите, какие? Как огурчики. Зеленые, как огурчики. Начинает, конечно, вот желтеть маленько, но не сильно. Конечно, в первую очередь желтели березы, рябины. Ну, клены пожелтели, покраснели, кто как. Конечно, парк редеет уже. Но то пока радует нас осень, радует. Хотя прям что-то мне сестренка напугала, что к концу октября что-то не до минус 20 обещают. Пока у нас плюс 10. Плюс 10. Парк наш, сад имени Кирова. Что-то троллейбуса не видать. Вон там остановка. Я иду пока медленно, не тороплюсь. Ладно, поехала трудиться. Ну вот, воскресенье подошло к концу. Я отработала. Смотрите, время 20:47. Я хочу градус показать. Плюс 14 градусов. Днем было вообще 18. Такая красота, такая теплота. Ну, вы видели погоду. Какие красивые деревья у нас. Золото. Золото, красные, зеленые. В общем, разноцветная красивая осень. Еще раз, плюс 14. Сибирь. Покажу сейчас, приеду. Я тут у волков вчера повышивала. По-моему, вечером вам не показала, сколько я его поковыряла. Ну, потому что сейчас закрывают там единицы, единичные такие крестики. Не очень. Время много уходит, а работа не сильно прибавляется. Плюс я вышиваю по цветам, а не парковкой. Поэтому у меня работа не ровно как бы идет, а вот такими проплешинами, пятнышками, разброс крестиков, россыпь. Ну, все равно приду, покажу, что я вчера навышивала. А на работе мне удалось вышить всего лишь 2 ниточки у моего морского волка. Морского волка я с собой брала, поросенка. 2 ниточки на тельняшке я у него вышила.
Что-то у меня камера прям фокус теряет при движении камеры. Все, иду домой. Ну вот, пришла я домой и показываю вам, что сейчас у меня есть на канве. Видите, россыпь крестиков. Но под глазом вот здесь вот. Так, перехватить бы телефон. Вот здесь у меня все, я закрыла. Все-все-все одиночечки закрыты. Вот это вот место. И пошла вот сюда вверх. Вот здесь вот, видите, я так обрисовываю, потому что здесь будет край листа желтый. Ну, вот так получается. Так как, уже сказала, вышиваю по цветам, то поэтому вот такой разброс крестиков идет разноцветных. Но то, что уже глаз весь обрисован, и тут все закрылось. Тут, конечно, еще есть несколько дырочек, а так в основном все закрыто. Вот этим я занималась вчера. День недели у меня, когда у меня такой скользящий график, дни недели у меня путаются в голове. Так, ну и я даже не знаю, морского волка нет, наверное, смысла показывать. Две ниточки эти там в тельняшке, вы их и не увидите. Покажу там немножко, я двигаюсь, уже надо пяльцы переставлять. Вот пяльцы как сниму, так я вам покажу общий результат. Покажу завтра вечером. Завтра с утра варюшку отведу и морского волка дома еще немножко поковыряю. Хотя надо заниматься хаедом. 15 числа отчет. И завтра я еще буду, да, хаедом заниматься. Ну, посмотрим, что будет завтра. Так, обещала я вам показать своего поросенка. Вот так он сейчас выглядит. Так, сейчас, если я смогу, я одной рукой попробую снять пяльцы нурги. Пить. О, получилось. Получилось. Все равно переставлять надо, уже неудобно тут внизу вышивать. Так, ну и если у меня сейчас получится найти фотографию того, на чем последний раз я вам его показывала, не знаю, получится или нет. Так, что у меня тут бэк растянулся? Посмотрим. Может быть, придется прихватить потом, когда будет все готово. Вот так сейчас он выглядит. В принципе, вот это вот уже вот где-то вот здесь вот половина. Ну, еще половины. Вот это вот за половинкой вышло. Вот это вот еще нет. Ну, потому что тут уже кораблик, неудобно мне его тут было вышивать. Вот он такой, небольшие продвижения. Вот я говорила, тельняшку тут повышивала немножко на работе, буквально там три цвета, два. И вот еще дома тут дырочки позакрывала, и все. Вот так он выглядит. Ну, если сейчас найду, то вы фотографию увидели. Или если не нашла, то значит не нашла, как он был на последний раз, когда я его показывала. Тогда смотрите, запоминайте сейчас. Сейчас обязательно сфотографирую, чтобы в следующий раз у меня такой накладочки не получилось. Потому что я за него редко принимаюсь. И получается, что я уже сама забываю, на чем я остановилась в прошлый раз. Ну вот так. Поехали дальше. Итак, сегодня у нас уже 15 октября. Вчера я была выходная в понедельник, но не вышивала, некогда было. Единственное, что я немножечко поковыряла хаед, когда Варя делала уроки. И сегодня, вот придя с работы, я тоже чуть-чуть поковыряла хаед, потому что мне надо сегодня сдать отчет. Вот так он сейчас выглядит. У меня появились у девушки волосы. Я сейчас ставлю, как всегда, вот сюда вот фрагмент, который я вышиваю. Вот так вот будет выглядеть она в готовом виде. Так у меня и не появилась пряжка. Вот здесь вот на шляпе. Ну, появляются волосы ее. Этот я желтое пятно поняла. Это вот зелень, желтизна вот как бы от замка. За лестницей, это сторона лестницы. Я не знаю, как это называется. Короче, перилов, да, тут ступеньки, не знаю, как называется, в общем, у лестницы вот эта штучка. Ну, вот такие вот волосы у меня получаются у девушки. Красным маркером я зачеркиваю. То есть, получается, что я от одного отчета за другой за месяц вышила вот этот полностью круг.
и вот шляпу, и вот эту вот девушку. То есть, в принципе, норму я свою сделала. Я сделала тут так 400, 500, 600, 700, ну, да, 800, наверное, или 900 крестиков. Так что вам просто не показывала какое-то время. Все, ложимся спать, время поздно. Завтра и послезавтра еще я 2 дня буду на работе. Так что встретимся дня через 3, наверное, уже в пятницу. Ну, посмотрите, а. Села она тут, понимаешь. Лиса! Лиса! Ксю! А я что? А я ничего? Я же тут умываюсь. Ух, это сейчас Алисе попадет! Тебе сейчас... Власть! Кончилась твоя власть! Власть, сказала, кончилась твоя власть. Мартышка. Мартышка. Видите, что, засыпает. Засыпает она. Власть. На дворе ночь. Вечер, конечно, не ночь, поздний вечер. Время 11. Все, спать она пошла, видите? Спать лег ребенок. Больше-то спать негде, да? Да, больше спать негде, только тут. Улеглась. Ну ладно. Всем добрый вечер. Сегодня у нас среда. 16 октября. Я пришла с работы, решила, вот у меня была возможность немножечко повышивать. Занимаюсь я волками, потому что очень хочу закончить в этом году. Вот, я тут, понимаете, вышиваю, а некоторые мне тут, понимаете ли, мешают. Вот, Алиса, ну-ка, брысь. Вытащила мне иголку. Ну-ка, отчепись. Давай. Вот, продолжаю я закрывать дырочки, поэтому получается достаточно медленно. Беру, ну, допустим, ну вот здесь уже все дырочки закрыла сегодня как раз. Теперь вот сейчас довышиваю вот коричневую эту ниточку. Возьму, допустим, часики, ставлю ниточку, пойду закрывать часики. Часики закрою, опять посмотрю, какой тут будет крайний. Либо, может быть, треугольничек, либо вот этот одиночку. Вот эти 2 штучки закрою. Ну, то есть вот так. Варвара уже пошла спать. Алиса тут, видите, в моей коробке. С нитками она поиграла. С собой она с хвостом поиграла. Мне тоже помешала тут. Или помогала вышивать. Уж не знаю, как это назвать. Вроде успокоилась. Все, сейчас я дошью вот буквально. Нет, я вот эти сегодня не буду вышивать уже, потому что глаза уже плохо... Устали. Сейчас вот эту ниточку коричневую дошью и пойду спать ложиться, потому что время уже 22:59. В общем, 23 часа 11 вечера. Надо идти уже укладываться. Завтра у меня 3-й рабочий день смены. Все, встретимся с вами. Я говорила в пятницу, но вот видите, решила сделать... Включение. Я не думала, что я сегодня буду вышивать, но получилось так, что вот меня подвезли до дома, поэтому я пораньше добралась, не на общественном транспорте, и у меня была возможность вот буквально часик, наверное, да, часик я повышивала. Здорово. Сегодня пятница, я отвела Варвару в школу. Отвела Варвару в школу, думаю, пока я ее жду, я повышиваю своих волков. Вот села вот тут вышивать. А, только одну ниточку сделала, правда, тут мне немножечко, вот видите, не дают. Любопытные некоторые постоянно сюда заглядывают. Постоянно, когда я за работой нахожусь, мне там
за руки хватают и ниточки тянут. Так что потихоньку продвигается работа, но продвигается. Сейчас ты мне станок перевернешь. Угу. Сижу под теплым пледом. У нас сегодня выпал ночью снег. Первый снег на улице. Слякотно, потому что снег, естественно, практически растаял, только на машинах сверху лежит. Вот. Поэтому слякотно, холодно. Я Варвару отвела, пришла и под плед села вышивать. Алиса, не дают мне тут сильно повышивать вот это вот козюлечко. Гляньте, гляньте, что делает. Это кто там из-под тишка мне таскает нитки? Коса. Сейчас мне позацепляет тут все. Видите, что делает? Ой, ну вот как тут вышивать? Очень даже трудно. Палки в колеса тут у меня сплошные. А, видали что? Вы видали, что тут у меня постоянно вылазит? Безобразие какое. Ку-ку. Закончилась наша золотая осень. Планомерно переходим к следующему времени года. Вот такая у нас погода. Наш первый снег в этом году. Я пошла в школу за Варварой. Деревья некоторые еще в листьях. Да даже не то, что некоторые, большинство. Только вот желтые березы вон там облетели. А тополя стояли зеленые, поэтому они пока еще в листьях. Но снег кружится, летает и тает. Все как в песне. Пошла. Ну что, вот и наступила суббота, выходной день. Вот такая у нас погода. Снежок вчера летел. И, видимо, ночью летел. Сегодня так подмерзло. Даже там небольшие сосулечки висят у меня на окне. Мои уехали. Муж поехал на работу. Надо ему там что-то проверить. Варвара с ним увязалась. Так что я их покормила, отправила, а сама сейчас сяду дальше вышивать волков. Вчера я их повышивала, неплохо повышивала. Лист обрисовываю кленовый, который будет. Ну, сегодня еще повышиваю, тогда вам покажу. Не стала я уж снимать там такой промежуточный отчетик. Так что повышиваю и сегодня, и вы увидите, что у меня за два дня получилось. Хотя вчера вышивать было... Времени тоже мало, мы Варвару забрала со школы, поехали мы с ней в центр Сан-Сити. И там посидели немножечко, приехали уже ближе к вечеру. Одуванчик, вот там палка такая и... А, фонтан? И вот такие камни. Угу. Ты что, снимаешь? Похож на одуванчик. Всем привет, мы в Дубае. Ешь давай в Дубае. Варюшке выпал еще один зуб. Ей зубная фея принесла денежку. И мы решили ее потратить с пользой. Правда, вы хотели чехольчик для телефона, для того, который мой старый, разбитый. Да. Ну, модель устаревшая, таких уже чехольчиков не делают. Ребенок расплакался. И пришлось очищать ее. 33 пингвина. Да? 50 пингвинов. Да, и мы в торгово-развлекательном центре Сан-Сити. Тут кругом бутики. Здесь же у нас есть синема-парк, кинотеатр. Сюда мы в кино ездим. Да. И вот сидим теперь. Любуемся красотой. Да, сидим. Поднимаем себе, короче, настроение. Ешь, ешь.
Ну и приехав, конечно, стала готовить ужин. Там муж пришел потом, пока поужинали. В общем, я уже села вышивать, когда Варя спать легла. И вот там с 10 до 12 сколько немножко посидела. И все. Поэтому не сильно большой результат. Ладно, хватит болтать, пошли вышивать. Ну и вот показываю я, что у меня вышло за 2 дня. У меня полностью практически закончен волк. Осталось вот здесь вот. Вот видите, немножечко. Тут 2 крестика, тут вот прям чуть-чуть от волка. Это вот уже лист идет. Кленовый лист обрисован. А тут вот буквально осталось несколько клеточек. И сам волк, то, что на этом листе, уже закончено. Это уже вот лист кленовый. Это вот вышито, это на листе снег как бы лежит. Сейчас смотрится грязным пятном, но когда будет сам лист вышит, то будет смотреться вот как здесь. Видите, тоже такой грязный сырой снег. Вот так получается. Неплохо. Так что все, завтра уже 20 число. Надо монтировать декаду. Не знаю, может быть, я завтра еще лист повышиваю, но вы, наверное, это уже увидите в следующей декаде, потому что, чтобы мне ее смонтировать завтра вам и успеть выложить вовремя. На этом я эту декаду заканчиваю и встретимся с вами в следующем видео. Все скорее следующее видео будет о всех моих начатых работах по запросу. Меня просили девочки снять. И кто-то недавно присоединился, кто-то не видел у меня. Год назад такое было видео. Так что я сниму вам на следующей неделе, где-то в середине следующей декады, выложу видео о всех моих начатых процессах, которые сейчас вышиваются, которые временно отложены. Все-все покажу. А на этом всем пока-пока. До встречи в следующих эфирах.